15 лет назад в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск». Погибли все члены экипажа, 118 человек скончались на глубине 108 метров. Трагедия потрясла жителей всей страны. Надежда, что удастся спасти хоть кого-то, не покидала сердца. Память о трагических событиях жива в сердцах людей и сейчас. 5 лет назад Архангельским областным молодежным театром был поставлен спектакль в память о катастрофе. В основу легла пьеса Александра Яновича. Театр не играл ее на сцене целый год. Все это время зрители писали письма с просьбой вернуть спектакль. Драматическая история глубоко поразила зрителей. В финале, когда на экране возникают лица погибших моряков, зал вставал, на глазах у людей блестели слезы. Обстоятельства трагедии до сих пор вызывают споры. Цель пьесы – не ответить на вопросы о причинах случившегося, а увековечить память о погибших. В программке спектакля напечатаны имена каждого из 118 погибших членов экипажа. Цель этого все та же, чтобы люди помнили о катастрофе.